У меня тут опять, видите, лапки торчат. Лапки торчат, значит, завтра у нас будет вкусный шашлычок. Чистим, чистится очень просто, видите? Очень быстренько. Поокунали в воду, в горячую. Я не соблюдаю никакие градусы. Нагреть прям почти до кипения. Или пускай закипит. И окунаем. Чистится, видите, очень легко. Полностью, прям как будто бы не просто дергаем по перышку, а как будто бы вот так вот прям берем и счищаем прям. О, счищаю, и оно само все отваривается. Перепелки старые, уже старые. Для перепелок это вообще старые. Уже году им. Но мы недавно тоже как-то делали. Муж так их здорово замариновал. Они были такие мягенькие, такие вкусненькие. Дети у меня просто обожают перепелок. Прям в этом году что-то я застряла с ними вообще, как купила в том году. Безобразных. Вообще в прямом смысле слова. Они перестали, понеслись немножко, перестали нестись. Они были очень мелкие. Две партии покупала. Одну в Туле, те еще хоть как-то неслись. Вторую в Москве, те прям немножко, по несколько яиц снесли и перестали. Там даже не созрели, вот представляете, им вот сейчас году до сих пор не видно, где самка, где самец. Я даже такого вообще никогда в жизни... не видела. Я не знаю, что это такое, почему-то. Комбикорм тот же самый. Первая причина, конечно, была бы комбикорм левой. Нет, комбикорм хороший, тот же самый, того же самого производителя. Одни несутся, а другие не несутся вообще. И вот они дожили до этих пор. И никак не куплю, застряла. Просто так ехать по объявлению я тоже не хочу. Я все хочу уже с генофонда. Я сколько лет хочу взять с генофонда Сергиева посада. Но туда нужно специально ехать. Если бы мне еще что-то нужно было оттуда, конечно бы там съездили. А то вы представляете, допустим, яйцо, не знаю, почем сейчас, я не смотрела, по 20, по 25 рублей. Мне нужно, ну там, штучек 100. Это, в принципе, недорого. Но мне еще и за... Ну тогда еще придется мужу за дорогу отдать 3000. 2, 3, 2 там, до 3. Представляете, это слишком круто для перепелиных яиц. Ладно, когда вот что-то большую партию нужно, да, взял и поехал, тогда уже без сожаления. Что делать? Ну, когда нужны просто там 100 яиц перепелочек. Ой, даже не знаю. А перепелки нужны, уже весна. Без перепелок прям нам плохо, яиц нет. Очень хочется. Я говорила раньше, где у меня там есть видео про перепелок. Перепелки у нас прям самая вкусная, самая ходовая еда такая. Постоянная. Я раньше постоянно выводила перепелок. И летом, и зимой выводила. То есть перепелки у нас были всегда. Выводила по много, там по 300, по 500 штук. Для нас это немного, чтобы вырастить и на мясо. Очень вкусно. Самое главное, что вообще все дети любят. Так, сегодня у нас сколько? Пока 14 штучек. Наверное, еще парочку, может быть. Я даже не знаю, или хватит. Как быть-то? А, и перепутала, уже задела. Слушай, значит, стою уже второй час. Стою уже час и перепутала, перья туда бросила. А стою час, а у самой в голове, что нужно бежать опять к козам. Сено нужно дать этим всем мамашам. И уже мысли, как всегда, у меня опережают. Там уже целый план в голове. А я все застряла на перепелках. А еще столько всего нужно делать.
Да, перепелок содержать дорого, да, потому что они несутся, не знаю, но у нас они несутся только на специальном перепелином комбикорме. Яйцо хорошенькое, крупное, скорлупа хорошая, не ломается, не разбивается, не вытекает ничего. Дорого. Но для себя, да, для себя мы согласны. Потому что вот для нас это такая птичка, которая для всей нашей семьи. Так, все. Нужно быстро думать, что мне кверх ногами. Волочкова. Так, нужно быстро думать, еще резануть мне две штучки или нет. А что делать? Или завтра там у нас еще свинина с того тоже как-то делали шашлыки. И там еще свининка лежит замороженная. Да ну резану две штучки, что будут стоять-то? Говорила про генофонд, и я хочу именно техасцев. То есть для себя мы выбрали именно вот эту вот породу. Другие не хочу. Ну еще мне нравятся манжурики. Все, сейчас еще двоих дочищу и обязательно прям сразу их нужно распотрошить, естественно. А потом только мне убежать в сарай. Все, помыла, почистила, помыла, теперь буду потрошить. Потрошить буду в тот же пакетик, где перышки. Это курам такая радость будет сегодня. Ой, сейчас накинутся, все сразу растащат. Так, чашечка с головами. Сюда же идут ноги. Так, мне надо чашку, чтобы перекидывать. Такая же чашка занята у нас. Ну, ладно, хоть сюда буду. Я разрезаю по животу, потому что на шашлык у нас папа еще будет. И когда он целый, вот так вот раскладывает, а иногда и на части режет. Так, еще надо чашечку для сердечек, печени, желудочков. Ну все, начинаю. Я все выпотрошила. Так, этот мешок. Сейчас отнесу в коридор, чтобы он здесь не маячил. А, как их называют, курам. Так, теперь мне нужно опять их помыть хорошо. Все, это уже окончательно. Господи, где моя голова-то? Теперь мне нужно их помыть. Не видно. Ну, перепелок, естественно. Хорошенько промыть. Это уже окончательно. Все, и они будут... И они будут здесь сидеть в тазике и ждать нашего папу до вечера. До вечера. Так, сейчас перемою. А теперь хорошо внутри буду промывать. Теперь хорошо внутри буду промывать. Thank you.
Так, некоторые прям очень жирные. Очень. Прям заплывшие. Один жир. Так. Сейчас они побудут немножечко в той чашке, чтобы вода стекла. И я их пересыплю в эту чашку. И бегом, уже темнеет. Бежать и в сарай там свет включать. Отнести водички козлятам. Здесь укус сена нет. Сейчас быстро нужно натаскать им сена. И нам есть нечего. Нужно прибежать и готовить нам. И приготовлю сегодня же желудочки, сердечки. А, конечно, с этого количества нам мало. Здесь 16 птичек. А, еще прежние, с тех раз, как резала, еще остались немножко. Да, уже вон воды полтазика натекло. Перекладываю. Перекладываю, чтобы стекало хорошо пузом. Пузом вниз. Вот такие птички получаются. Некоторые побольше, некоторые поменьше. Сегодня нам не нужно сильно объедаться, поэтому я даже не знаю, что я сварю. Или макарошки, или гречку с этими желудочками. Нам сегодня так перекусить немного, а завтра уже, понимаете, такой серьезный ужин нам предстоит. Все, я бегу в крови, в воде и впрочем, во всяком, футболка, да. Как всегда. Как всегда, тазик перепелов. Ну, а как нам по-другому-то на нашу семью? Это на сегодня. Это желудочки, это собаки. Лапки, головы и на супчик. Конечно, я собаке еще добавляю козлиные кости. И как всегда, у меня на эту кучку вроде бы немного, 16 штучек, но у меня всегда уходит от 2-2,5 часа. Да, нелегкая работа, потому что ковыряться, и пальцы вот эти болят, потому что птичка мелкая, перышки мелкие, все там выковыриваешь, и ногтями сама себе жмешь, пальцы такие, в общем, скрюченные, аж кончики пальцев болят, но ничего, радоваться будем завтра, завтра нам будет вкусно. Теперь бегу сюда. Здесь слышите, что у нас творится? Угу. Быстрей, быстрей. Здесь вон что творится. Стоят, ждут. Сейчас иду. Сейчас. Сейчас сами еще не ели, сама есть хочу. Молодцы прям. До... Опа. И вот опять, она всю жизнь застревает и всю жизнь здесь стоит. Я тебе сейчас дам. Вот есть одни и те же козы, которые всю жизнь тупят. Вот если она вылазит где-то, как я буду эту корову сейчас вытаскивать? Сейчас будешь орать, я тебя буду тащить, ты поняла? Есть, который застревает, дай руку. Где твоя рука здесь? Ну не могу я ее, конечно, одной рукой сейчас потащу здесь. Вот так я ее... На эти перекладины, за шкирку, и вот она. Вот как она лазит всю жизнь. Она дурниной тогда орала, здесь застряла. Вот так она всю жизнь. Ну как она сейчас корову сюда пролезла, я не знаю. Кобыла такая. Потому что здесь они, ну для ее пуза, здесь маленькие промежутки. Все равно, если коза залазит куда-то, вылазит в какие-то дырки, посмотрите, они на меня напали, то это так и будет всегда продолжаться. Вот пока она не подрастет, пока она окончательно... И то подрастет, беременная, только когда станет, тогда она перестанет пролазить во всякие дырки, а потом уже отвыкнет, пока беременная. У нас как-то так. А если она пролазит, то она так и будет везде пролазить. Что ты с ней не делай. Нет, нет, мы доиться-то не идем. Есть, хотя сама есть хочу, не ели еще. И не готовила даже, 7 часов вечера еще и не готовила. Давай. А где? Чего давай? Хотела вилы взять, а где вилы?
Где у нас вилы? А вилы я, наверное, здесь оставляла, нет? Где они? Ага, вилы здесь. Я их... Вот они стоят, я их здесь оставила. Чем только не придавили, сейчас буду это все отковыривать, потому что, ну, ветер очень сильный бывает, что все вообще сдувает. В крови, в воде. И впрочем, во всяком, футболка, да. Я с вами прощаюсь, всего вам доброго, до свидания.